Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами будем рисовать девочку-бегунью, спортсменку. Сначала мы ей нарисуем голову. Так она у нас пойдет. Здесь у нас будут идти руки. Здесь ноги пойдут. А вы, ребята, не забывайте подписываться и пишите комментарии. Девочку я сразу буду рисовать гелевой ручкой. Здесь у нее будет прическа. Нарисуем ей простую прическу. Обычный хвостик. Здесь я рисую ухо. И хвостик. Здесь у нее брови будут. И здесь мы ей рисуем глаз. Глаза. Теперь начинаем рисовать руки.
Продолжаем рисовать. Сейчас мы ей нарисуем руку. Руку она держит в кулаке. Когда бежишь, руки в основном держишь в кулаке. Вот и у нее в кулаке. Пишите в комментариях, каким видом спорта вы занимаетесь. Или чем вы вообще любите заниматься в свободное время? Продолжаем рисовать. Сейчас мы ей на бот бежать. Там у нее маечка вот такая, в которой она бежит. И юбку ей нарисуем. Она будет бежать в юбке. Как вы думаете, у бегуна какая должна быть одежда? Кто занимается спортом, у профессиональных спортсменов, у них одежда для занятия спортом бывает разной, в зависимости от вида. Например, спринтер, который бегает на короткие дистанции, там 100 метров, 200, у них должна быть одежда вообще топик и шорты, короткие, чтобы вообще им бежалось легко. Ты одел и не заметил, что ты в одежде, потому что там скорость, там надо бежать быстро. Так, теперь будем ей рисовать ноги. Юбку мы уже нарисовали. Рисуем ноги.